На реализацию инвестиционных проектов Якутии из федерального бюджета было привлечено порядка 4 миллиардов рублей. Предварительные итоги за прошедший год подводит Министерство финансов республики. Бюджет реализован ниже плана на 10 миллиардов. Причина этого – неисполнение плана по налогу на прибыль. Прогнозы курса рубля к курсу доллара были неоправданы. Это сказалось на экономике предприятий налогоплательщиков. Валерий Жандоров сообщил, что в этом году будет продолжена работа по устранению задолженности бюджетных учреждений республики. Министр подчеркнул, 4 миллиарда рублей из федерального бюджета были направлены на ликвидацию второй смены в школах и на программу переселения из ветхого жилфонда. Существенные изменения в экономике дало поступление субсидий в размере 14 миллиардов рублей на решение задачи снижения энерготарифов. Глава ведомства прокомментировал ситуацию с госдолгом. Итогами 2017 года, как я говорил, доходы, расходы также являются итоги объемов государственного долга. Он составил на 1 января 2018 года 51,8 миллиарда рублей, что составляет 46% от уровня собственных налоговых и неналоговых доходов. Именно этот параметр, вы правильно говорите, контролируется Минфином России. Этот параметр позволяет нам быть в первой группе региона с высокой долговой устойчивостью. Поэтому мы считаем, мы и всегда соблюдали эти параметры, и по итогам 2017 года тоже выдерживаем.